Все кругом разрушено, осталось только Тушино. Нашли тут участок пола, который выложен не керамикой, а мозаикой. То есть видно, вот, что пол собран из кружочков, из квадратиков кружочками. Вот. Видно, что они есть потемнее, посветлее. Видимо, если водой на них плеснуть, будет видно, что они разноцветные все-таки. Иначе какой смысл был все это дело огород городить? Прям раскоп свежий. Колонна, видно, что она целиком из мрамора. Ну, они, в принципе, и были мраморные, но интересно, как они ломаются. Смотри, вон там трещинами, видишь, вся такая разошлась. Да. Вот справа. Так. То, что лежало на поверхности, изъедено вот таким этим временем, водой и непогодой. А то, что было в глубине, вообще абсолютно новым смотрится. Что, ну, логично, конечно, так и должно быть. И видно, что обломки здания, которые упали сверху, упали на более мелкие, которые успели упасть до того. Видно, вон, как эти каменные блоки между собой соединялись, вон вылезы сделаны. Посмотрим, что там у них еще есть интересного. Так. Вы будете смеяться, Оля, я что-то нашел. Да. Угу. Там есть ракушечки. Я дырочку нашла. Да, да. Вот такие места самые интересные, потому что здесь текла вода, и все вот то, что сверху, она утаскивала вниз. Во все эти, в отверстия. Что это такое? Это ракушка. Странно, больше ничего не вижу. Больше всего черепков различных. Главное, древнего грека не найти бы. К ним у меня претензий нет. Пусть лежат все спокойно. Я их трогать не собираюсь. Где? Ну, я видел круглую, где колонна стояла, да? На самом деле основа там, которая вот на что колонна опирается, она там и была. Вот видно, что куски кувшинов там стоят. Не стоят, а завалились, засыпало все это дело. Вообще, конечно, классно. Оля зашла в тупик. Все? Попалась? Все, замуровали демоны. Вон, смотри, колонны как стояли. Вон это сзади. Да. Вон храм какой здоровенный. Угу. Вот он тут десятки метров тянется. Огромная колоннада. Вообще, конечно, удивительное зрелище. Потому что у нас такого не встречается в принципе. А в Турции, ну не сказать, что на каждом шагу, но все Средиземноморье было засажено, засижено, обжито греками, римлянами и другими народами, которые друг друга меняли последовательно, сменяли. Так, когда насильно, когда постепенно сами уходили куда-то в поисках лучшего. Интересно, интересно. Офигеть, блин. Так.
самолет заходит на посадку, наверное. Пойдем? Что-то мне народу мало стало. Я где-то кого-то видел, и куда-то они все делись. Там наверху вообще никого нету. Так. На, поснимай чуть-чуть. Сейчас. Что-нибудь свои впечатления расскажу. Видишь, лоток такой весь открывает? Да. Дай я схожу, Лена. Слушай, я народу не вижу. Может, все уже ушли? Да, наверное. А что, на, до пяти, что ли? Похоже, что это для игры какой-то размечено. А, блин, тут еще и надпись. Ну, пойдем туда, наверное. Сейчас нас начнут искать, гонять и пинать, наверное. Что-то я вообще не вижу людей живых. А вон ходит. Только что вон еще. Заблудившиеся. Фу, блин, я уже думал, это все пипец. Ну все, Оля, я себе на турецкий плен вообще нашел уже. Не, серьезно. Если нас не заловят на выходе. Нет. Ну и ладно. Собрал ты? Ну да. Думаешь? О, арбуз нашел, Оль. Я нашел арбуз древнегреческий. Оля, хочешь арбуз? Смотри, реально здоровый, наверное. Иди глянь. Я дикий арбуз нашел. Никогда не видел. А вот это тоже арбузы, кстати. Ты смотри, какого размера. Давай арбуз им отнесем, скажи, вот все, что я нашел. Арбуз? Вот это заросли арбузов получается. Может, попробуем, у меня ножик есть. А? Давай? Нет, давай. А то, может, они вкусные, съедобные, отравимся арбузом.